Социальные и технические проекты, способные внести изменения в работу железной дороги, представили молодые специалисты Горьковской магистрали. Самых ярких и креативных представителей железнодорожной молодежи собрал круглый стол, организованный газетой «Гудок». Защита проектов превратилась в увлекательный диалог. Молодые специалисты старались защищать свои взгляды, невзирая на авторитет руководителей. Откровенно говоря, я получил вот такое совершенно определенное эмоциональное удовольствие, да, потому что интересные ребята, интересные проекты, интересные вопросы. И если такая молодежь существует на Горьковской железной дороге, то значит у дороги большое будущее. Адаптация молодежи на производстве, создание специальных информационных банков для облегчения доступа к документации, издание детской газеты «Паровозик». Из всех этих проектов последний, детский, вызвал, наверное, самый живой отклик. На железной дороге проходит множество мероприятий, масса событий, и пока некому отобразить их в форме, интересной для самой юной аудитории. И мы решили этот маленький пробел восполнить и создать вот такое дополнение, как вложенник в газете «Волжская магистраль», как вкладку сделать детскую железнодорожную газету «Паровозик». Целую газету, наверное, создать мне, как молодому специалисту, сложно, а заняться вкладышем, да, тем более детей, это здорово. Идея создания детской вкладки уже скоро будет реализована газетой «Гудок», так что вполне вероятно, и в еженедельнике «Волжская магистраль» появится свой паровозик.